часто проводит молодежные мероприятия для профсоюзной молодежи, для отраслевой молодежи, где обсуждаются в том числе и вопросы молодежной политики. И мы слышим, о чем говорят молодые работники организации лесного хозяйства, что они хотят видеть, что для них востребовано. Так, прежде всего, они говорят о том, что им необходима помощь в адаптации на рабочих местах, когда они приходят на свое первое рабочее место. И такая поддержка могла бы быть реализована через институт производственного наставничества, который сейчас возрождается. Им необходима материальная поддержка на строительство, приобретение либо аренду жилья. Им необходимо безвозмездное предоставление собственных земельных участков для жилищного строительства. Сейчас есть определенные программы, когда молодежи выделяются земельные участки, но на те зарплаты, которые существуют, невозможно ни брать и выплачивать ипотеку, ни самостоятельно каким-то образом строить свое жилье. Молодежи очень востребована выплата так называемых подъемных денег на обустройство быта. Молодые люди создают семьи, рождаются дети, и необходимы, конечно, соответствующие бытовые условия. Очень много работников, которые трудятся в районах Крайнего Севера, говорят о необходимости выплаты процентной надбавки северной к заработной плате с первого дня работы для молодых работников и специалистов. И также их очень интересует возможность дальнейшего повышения своей квалификации за счет средств работодателя. Со всеми этими пунктами, да, у нас сегодня есть объективные проблемы, но мы полагаем необходимым эту работу продолжать и разработать и реализовать эффективные программы поддержки молодых работников и специалистов лесного хозяйства на федеральном и региональном уровне. В рамках нашей профсоюзной кампании «За достойный труд лесного хозяйства» уже направлены соответствующие обращения по всей такой ключевой проблематике в адрес правительства, в адрес Государственной Думы, в адрес Совета Федерации. Мы готовы взаимодействовать по всем этим вопросам, и мы просим активно подключиться к этой работе и услышать уже голос работников лесного хозяйства. И в заключение своего выступления, уважаемые коллеги, говоря опять же о теме образования, я обращаюсь к вам всем и прошу всех вас поддержать сохранение как самостоятельного учреждения Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета, который сегодня стоит в нашей. Спасибо. Денис Сергеевич, за доклад спасибо. Если есть вопросы, можете задать. Я вас специально не прерывал. Вас ходни достаточно серьезный. Последний вопрос самый простой, письмо мы соответствующие подписали. Но для общего понимания ситуации, если мы серьезно говорим или начинаем говорить о лесе как о национальном достоянии, мы с вами должны четко ставить параллельный вопрос, ну и давать сами на него тоже ответы и предложения национальным достоянием, а вы кто заниматься не может. Вот это не должны быть люди случайные, у которых в мозгах, извините, только как жизнь прожить, как детей накормить, как семью содержать. Это должны быть национальным достоянием, должны заниматься люди, понимающие, чем они управляют, как они управляют, соответствующим отношением к труду, но и компенсации за свой труд. Вот если мы так тему ставить не будем, тогда мы с вами сколько угодно будем, можем говорить про пожары, вредители, болезни, про то, что сажать нужно корнями вниз, а не вверх. Но все равно, пока людей на достойном месте не будет, достойно, ничего не произойдет. Денис Сергеевич, вопросов к нему нет, как я понимаю? Нет, я думаю, что мы еще на эту тему подискутируем в других